Товарищи рабочие, приглашаем вас на Российский комитет рабочих, постоянно действующий семинар по рабочему движению, который проводится в Нижнем Новгороде дважды в год. В этом году этот семинар пройдет 19-20 марта. На нем будут подняты следующие темы. Борьба за продвижение прогрессивного коллективного договора на предприятии, борьба за повышение реального содержания заработной платы и об организации деятельности рабочего профсоюза. Для того, чтобы принять участие в Российском комитете рабочих, необходимо делегироваться от вашего коллектива. Вам должны подписать направление 5 ваших товарищей рабочих. И тогда вы будете иметь право решающего голоса. Вот. А на Российском комитете рабочих происходит обсуждение острых проблем по улучшению условий труда рабочих на их предприятиях. Вырабатываются взвешенные решения, обсуждаются и принимаются голосованием делегированных рабочих. Также 18 марта в том же месте пройдет научно-практическая конференция «Решение проблем заключения и выполнения прогрессивного коллективного договора». Товарищи рабочие, не будьте в стороне, делегируйтесь от своих предприятий на Российский комитет рабочих. Боритесь за улучшение условий труда, за повышение заработной платы. Организовывайте профсоюз на своих предприятиях. Товарищи рабочие, делегируйтесь на Российский комитет рабочих. Мы уже делегировались. Да.